Центральная площадь Владивостока традиционно станет главным местом для встречи Нового года. Здесь уже начались подготовительные работы по созданию праздничной атмосферы. По их итогам на площади появится большой новогодний городок, который будет встречать отдыхающих в празднике. В этом году мы решили совместно с администрацией города и туристско-информационным центром Приморского края украсить центральную площадь Владивостока. В принципе, это будет продолжение той линейки, которая была в прошлом году, позапрошлом. То есть на площади будет каток, световая иллюминация, место, где можно получить горячую еду и горячие напитки. Ну и, конечно же, как следует повеселиться, где можно отдохнуть всей семьей. Это будет торжественные мероприятия непосредственно в новогоднюю ночь и работа аттракционов по будням, в дни каникул, когда можно всей семьей с детьми приехать, покататься на коньках, там будет работать прокат коньков и ледянок. Центральную площадь украсят в фирменном стиле, где преобладающим героем будет зеленый деревянный дракон – главный символ 2024 года. Вечером в последний день уходящего года здесь будет дискотека и праздничный фейерверк. Салют также запустят на островах Русский и Попова, в селе Береговое и в поселке Трудовое.